Ликвидация игорного бизнеса в Риге. Сегодня мы будем голосовать за то, чтобы в течение 5 лет игорные дома, казино ушли из Риги. В этом событии есть 3 момента. Первое. Положительное влияние на здоровье семей, члены которых остались в долгу или разорились из-за того, что они часто играли. Здесь, конечно же, решение о ликвидации игорного бизнеса будет иметь положительный эффект. Второй момент. Негативное влияние на рядовых работников этих игорных домов, конечно, люди потеряют работу, это минус. И третий момент. Очень непонятна ситуация, поскольку игорный бизнес фактически не полностью уходит, а он сохраняется в крупных гостиницах. А игорный бизнес имеет крайне негативное влияние на отмывание средств, полученных нелегальным путем. Легализация откатов, воровства и так далее. То есть игорный бизнес как бы уходит из Риги, но на самом деле в больших гостиницах он остается. Решение правильное, но не полное.